Всем привет, народ! Вы на канале Китай Велик. В сегодняшнем видео будут рубашки оригинальные от фирмы Jaguar. Просто вот у меня, как говорится, нет слов. Потому что, ну, разные рубашки я уже заказывал на Алиэкспрессе. И риск, и сломай язык, как говорится. Но все равно всегда возвращаюсь к Jaguar. Потому что, ну, это самые, наверное, популярные, самые топовые, так скажем, рубашки для вашего велосипеда. Потому что другие я, в принципе, не пробовал. Может, еще какие-то есть. Ну, по крайней мере, вот эти вот рубашки прям вообще набор идеально. Вам не нужно заморачиваться с этими финтиклюшками, вот этими наконечниками, заказывать там какие-то с оттуда заказывать, а с оттуда. Реально проще взять вот просто целый набор и не париться. Обо всем об этом сейчас в этом видео. Так что усаживаемся, наливаем чаек, там горячий, наверное, уже, потому что уже, наверное, зима, потому что когда это видео выходит, я не знаю. Шли посылки почему-то долго некоторые, и, соответственно, из-за этого и сборочка немножко как бы подзатянулась, так что тут я уж не виноват, извиняйте. Так что поехали. Начну я с самого интересного, а именно цены. Цена, вы скажете, ой, это много, но цена была на момент заказа 1800 рублей, с учетом доставки, потому что там почему-то доставка платная. Сейчас это может уже чуть больше или же даже чуть меньше. Но что мне нравится у Jaguar, то что здесь, как я говорил, уже набор практически весь, все, что вот нужно для вашего велосипеда. И то, что здесь расцветок много, таких, которые мне как раз нужны были. Так, открывайся. Открылась. И, кстати, еще, что я хочу сразу сказать, это у нас Made in Taiwan. То есть, не думайте, что это там китайщина какая-то. Ну, Тайвань, это же Китай, правильно? Но все равно, вот видим, все, у нас Тайвань. Что у нас по упаковке? Тут еще написано, разумеется, у нас это тросики подходят для SRAM и Shimano. Для переключения, универсальные, соответственно, для шоссейных и для МТБ. Slick Lube. Внутри у нас и находится смазка, то есть у нас рубашки уже смазаны, так что не нужно еще раз смазывать там каким-нибудь литолом, солидолом и прочей ерундой. В принципе, все, что еще можно. Ну и наименование, все у нас тут на картинке. Так что дальше теперь все это мы достаем. Все, что у нас есть. И все. Все, упаковочка нам, в принципе, уже не нужна, но пусть будет для хранения. Честно, вообще не пойму, зачем вот этот вот маленький кусочек, для чего? Интересно, для чего? Кто может сказать мне, потому что я у продавца как бы смотрел, там такого не было. Интересно, интересно, ладно, давайте разматывать и разбираться, смотреть, что у нас тут вообще в комплекте присутствует. Рубашки длины, я так скажу, что даже вы почитайте отзывы у продавца по ссылке в описании. Там все говорят, что рубашки длины хватило даже на дроппер. То есть на переключатели и еще и на дроппер. Не знаю, верить им или нет, потому что у всех велосипеды разные. Может, он там на какой-нибудь зайчик это все устанавливал. И ему, конечно же, этого всего хватило. Так, ага, смотрим, у нас, уху-ху-ху-ху, оно как все будет раскручиваться. Ага, это у нас Jaguar Lex SL, а здесь Jaguar CGX SL. Я не знаю, что за CGX. Интересно, для чего это сделано. Так, здесь у нас длина вот этой вот всей рубашки. Это, кстати, для переключения у нас рубашка, чтобы вы не думали, что он у нас тут для тормозов. Нет, это не для тормозов, это именно комплект для переключения. То есть не путайте, потому что если вы сюда будете пихать, например, тормозные тросики, то они, да, влезут, но будут плохо скользить, и, скорее всего, у вас это работать не будет. Здесь у нас длина 3 метра 20 сантиметров. Да, вот здесь так и написано. 3,2 метра. Как минимум этого хватит прям вот на два раза на велосипед, это точно. Учитывая то, что вы будете ставить, например, цельную рубашку от монетки до переключателя. Что я вообще всем советую это делать.
Так, в комплекте, как мы видим, уже у нас надеты вот эти два наконечника. Данных рубашек вам точно хватит и на передний, и на задний переключатель. Или же, если вы используете сингл систему, на задний переключатель и на дроппер, как кто-то писал в отзывах. И, кстати, я как-то посмотрел, подумал, типа, а зачем мне этот кусочек? У продавца на странице ничего не указано про этот кусочек, и я понял. Это у нас тормозная, блин, рубашка. Видим, что у нас тут это все витками сделано, то есть это тормозная рубашка. И, соответственно, маркировка у нас Jaguar CJX SL. И тут видно, что у нас это все вот так вот спилено. Если бы это было не тормозная, а, например, для переключения, у нас бы волокна у нас бы металлические были бы уже по-другому расположены, а не просто вот так, как здесь витой пружина, так скажем. Так что я так думаю, что это, скорее всего, просто положили, типа, как пробник, типа, смотрите, что у нас есть, вот такие вот еще, если что, тормозные рубашки. Но это я так думаю. Итак, а теперь, что у нас тут насчет тросиков? Тросики это у нас для переключения подходит и для шоссе, и для МТБ. То я перепутал, именно с бабышками разными, типа там с одной стороны идет большая, с другой маленькая, например, или же наоборот. То именно для тормозов шоссейных и МТБ, там разные они. А для переключения, соответственно, вот такие вот, они одинаковые подходят. Здесь у нас два тросика, тросы у нас полированные, и, блин, реально они скользкие, прям скользкие, очень, ну, хорошего качества. Длины, соответственно, хватит вам и на передний, и на задний переключатель. Вообще с головой у вас еще останется там полметра. И самое важное, мне, как мне кажется, это у нас вот написано for shift для переключения. Что у нас тут в комплекте имеется? Так, наклеечка Jaguar. Не знаю, может ее даже куда-нибудь можно будет приклеить. Есть вот такие вот у нас а-ля крокодильчики, аллигаторы, чтобы на рубашку одевать, и Абраману, например, не терлась где-то. И, кстати, они должны хорошо держаться, потому что они прямо, а ну-ка. Такой маленький тестик. А именно тестик, знаете какой? На то, как они скользят. А то как бывает, вы поставили в одном месте, покатались, они уже там в другом месте, там где вообще не надо. Так, ну что, вот. Довольно-таки хорошее сопротивление идет, то есть как бы хорошо держатся. Но это они пока новые. Потом, когда сюда начнет пыль попадать, оно начнет прям реально скользить. И, соответственно, вам иногда придется их снимать и просто в воде хотя бы споласкивать. Это вот мой вам совет такой маленький. Ну и по комплектации видим, что у нас тут присутствует. Соответственно, все, что у нас вот здесь на картинке есть, все вот эти вот с усиками, без усика, вот эти вот скрепления, чтобы держать две рубашки вместе, чтобы они не оттопыривались друг от друга. Вот такие вот две штучки, это на сам тросик одевается, чтобы тросик не бился об раму, например, тоже полезная вещь. Два наконечника на сами тросы алюминиевые. Вот видите, если бы, например, это все по отдельности заказать, понятно, вам не продадут два вот таких вот наконечника. Вам продадут там с десяток, а то и 50, и, соответственно, цена будет большая. Соответственно, как и вот эти вещи, тоже вы, чтобы отдельно заказать, это нужно там рублей 100-200 отдать. На наконечники вот такие тоже там, это все в комплекте будет уже подороже стоить. Кстати, про такие наконечники я рассказывал в переключателе для моего проекта, соответственно, как и рубашки для проекта. Именно вот с таким носиком, чтобы у нас тросик не терся внутри самого переключателя. Так как переключатель у меня еще не установлен, слава богу, можно показать, как это все должно у нас выглядеть. Вот, соответственно, у нас упирается это все. И вот такой вот хвостик у нас торчит. Соответственно, у нас тросик будет именно внутри этой резиновой штучки и не будет тереться об металл и не будет протирать. Соответственно, оп, все. Прямо, надо там под углом как-то чуть не влево-вправо. В общем, это будет только плюс для вашей рубашки и для вашего переключения. Такие наконечники, а именно три штуки у нас присутствуют. Сейчас вот один в руках и на самих рубашках тоже по одному.
с каждой сторон. Вот этот вот, реально, я чуть не понимаю, зачем он нужен. Тут написано вот 4 мм. Понятно, что это для переключения, но двухсторонний какой-то вот такой колпачок, типа, может, для, блин, для удлинителя или для опоры. Я не знаю, честно. Вот, напишите в комментариях, кто знает, для чего нужен такой вот длинный колпачок. Получается, у нас стенка посередине, и, соответственно, с двух сторон мы, типа, не знаю, может, реально из двух рубашек, чтобы сделать одну, может быть, и так. Также есть вот такие еще, с маленьким таким носиком. Это уже, скорее всего, можно будет ставить в монетку, а может, даже и в сам переключатель. То есть, вы можете выбрать, или же, например, с таким длинным, или же с таким вот коротким носиком. Что вам больше, как говорится, для вашей системы будет больше подходить. Ну и сейчас быстро пробегимся. Хотя, что тут пробегаться? Тут понятно, что как устанавливать. Но, блин, посмотрите здесь на минуточку, какую бумажку кинули. Как это все устанавливать? Какой инструмент нужен? Шестигранник 4 или 5? Кусачки? Ё-моё. А, ну тут еще и для... Чизи-визи-визи. В общем, тут реально прям вот инструкция, прям инструкцион целый прям. Вот, кстати, здесь показано, что вот с коротким носиком ставят в задний переключатель. Но нигде не написано. Вот есть длинным носиком, но не показано куда. В монетку ставится вот простая, например. В общем, по картинке, то, что, которое я только что показывал, вот это вот здоровое, это какой-то прям реально переходник. Там что-то написано про стоп. Вот, собственно, здесь написано, типа, там что-то используйте 4 мм хаусинг, да-да-да-да-да. Frame stop, что непонятно. В общем, кто прям вообще прошаренный, прям прошаренный, лень, честно, лень переводить это все дословно. Но я так думаю, что это реально какой-то переходник для соединения там двух рубашек. Просто по-другому я как бы не понимаю, для чего нужна такая. Единственное, я вот нашел с длинным носиком, куда это ставится, именно в упор в самой раме. Но это если вы используете, например, уже не цельную рубашку, а... То есть кусочками. Ну, конечно, да, хорошая такая брошюрка. Прям совсем-совсем и на всех языках. Еще и с другой стороны у нас присутствует. Прям вообще-вообще отлично. Кстати, насчет цвета я еще, может быть, забыл сказать. Вот эти вот серые, такие более как серо-серебристые, сейчас у продавца почему-то нету, я ссылку, конечно же, оставлю на него, там другие есть цвета. И у этого же продавца я скину еще ссылку на него же, он продает тоже эти же рубашки, только там уже есть цвета, там даже их, по-моему, более. Если вдруг кому-то этот цвет прям нужен, прям как мне позарез нужен был. Я хотел поставить сперва черный, а потом посмотрел на велосипед, он как бы у меня не прям черный. И вот решил вот такого цвета заказать себе рубашки. Так что... На этом все. Все ссылочки ниже в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. И до новых встреч. Пока.